Он взял прицеп. Кто-кто? Папа. Папа, нет, взял аккумулятор. Он же снимается маленький, он такой оранжевый. И поставит нам, а это долго ставить? Ну, не знаю. Нет, там просто гайк. Там просто... Ой, ты не знаешь, молчи, это не тебе квадроцикл купили. Антон Сергеевич. Что? У кого там больше всего было денег вложено? У кого было 15 тысяч? У кого, сынок? У меня! Всем доброго утра. Сегодня снимаю влог. Не знаю, рады ли вы, но я точно рада. Вот, было таких несколько попыток, но понимаю, что жизнь кипит, вечно нужно куда-то ехать. У нас тут появился квадроцикл, как вы поняли, из разговора детей. В общем, сейчас выйдем на улицу, я все покажу. Пока едем в садик. И заодно везу пряники с фотографией. Все упаковала, сейчас повезу. Эту зеленую, потому что она уже вся порватая была, сняли. Какую? Ну, здесь была зеленая. А-а-а. Она порватая очень. Короче, вот такой вот у нас квадроцикл. Очень быстрый. Сегодня засними, как, когда папа починит, как я покатаюсь. Ну и я! Хорошо. Так, Афанасий, мы едем в детский сад. Ладно, ты еще не переобулся. Вот тормоза. Это передняя, это задняя. Это передняя, это задняя. Это кнопка тормоза. Если нажать на нее, он поедет. Так а поедет? Да. Или это газа, или тормоза? Смотрите, мы порвали, а сейчас папа мощный купит за 1000 с чем-то. И он без этой. Вот мои ключи. Угу. Вот сначала, смотрите, она была вот так, чтобы завести, а сделать вот так. Ага. Потом ключи ставите вот сюда. Вот так. Так, включаем. Нет, ты там сейчас ничего не крути, Зая, потому что это бензонасос, чтобы там бензин не лился. Вот сюда. И это можно было. А вот это бензиновый, конечно, потому что отсюда идет дым. Да. И когда мы на бензин... Кепочку, сынок. Маме, когда мы на бензин... трубы начинают быть горячими, потому что я их уже трогаю. Да? Понятно. Ну, а ну ничего. Я не могу открыть бензин. Ну и не надо. Я хочу посмотреть, сколько это. Так, все, я тогда повезла Афоньку, хорошо? Ну, вот ей была зеленая, но она порватая, мы сняли, чтобы просто железная была. Красивая. Мы приехали. Ты как раз вовремя, да? Да. Давай. Все, люблю тебя, пока. Пока. Все, люблю, пока. Давай. Все, пока. Пока. Я закончу. Все, Фоньку в садик отвезла. Сейчас еду на СТО. Будем ставить машину, менять сцепление. Чего-то мне не нравится, как там работает педаль. Поэтому пока все не накрылось где-нибудь на дороге. Едем, заказали вчера. Вот. И еще мы вперед, перед тем, как ехать Ейск, меняли колодки тормозные сзади. В общем, короче, пора бы скоро менять машину. Машину сдала, мамуля вот уже вяжет. Да, да. Кинзочку, пожалуйста, берите кинзочку. Да? Это ты мне говоришь? Конечно. Все, я сейчас переоденусь. Давай, там денежки тебе. Да? Сырок, холодильник. Домашний? Ну да, адыгейский. Угу. Готовлю себе завтрак. У меня будет яишенка с помидорами. Давно что-то не было. Сейчас помидорки здесь немножко потушатся. Да, яишенки у нас очень давно не было. Еще будет вот такой домашний сыр. Мама привезла.
Так, теперь все завтракают, это точно. Антоха, как всегда, выбрал яичницу перемешанную. Я, как всегда, выбрал яичницу. Жидкую. Да, просто жидкую. А еще и посолил две... Щепотки? А у меня яичница с помидорками, с этим сырком. Которая бабушка. Вкусным. Да, и кофе с молоком. Ура! Вяжем щавель. Включили, это как называется, овощи Кубани, да? Канал. Про клубнику. Я сейчас готовлюсь к обеду, поставила отвариться яйца. У нас есть еще борщ, поэтому, в общем, будет борщ, яйца. И, может быть, Женя что-то купит, типа какой-нибудь колбаски. В общем, сейчас посмотрим. А еще у меня есть розы. Посмотрите, какие они красивые. Это Сержуня мне подарил 19 числа, на день нашего знакомства, уже 13 лет, как мы знакомы. И он не забыл, а я забыла, представляете? Это прям очень приятно. Ну да, одна кинза, получается, не влезет, да? А мы ее боком вот так поставим, Саш. Багажник? Да. Встанет она? Встанет. Кто? Кто жирненький? Рыбы. А где вы их взяли? Такими темпами уже где-то 6, 7, 8, 9 рыб поймали. Да? А кто ж поймал? Первый я поймал жирненькую. Угу. Только начали, уже поймал. Угу. Ну и так мы пошли вместе. И один раз вместе подняли и там рыбу. Угу. Я один раз вот только что поймал. Просто сижу, хочу вытянуть, а там рыба. Классно. Потом Гриша, когда я хочу отцепить, уже нести, он быстро и свою вытягивает. Здорово. Так что жди. Так вы уже заходите или нет? Нет, я пить пришел. Я сейчас поспала, потому что мои ночные пряничные дела не отпускают меня. И поэтому я вот днем ложусь примерно на час, завожу себе будильник. Вот сейчас выпила кофе, иду смотреть на рыбу, которую Григорий поймал. Риша тут моет. Покажи. Это вся рыба? Да, какие. Угу. Ну, отлично. Засыпай солью, воду еще сливай. Наконец-то, да? Ой, ну иди. Ну иди мой ее. Марсик ест. Не ленюсь. Мыть? Марсик съест. Да пусть кушает. Мам. Ты ж прям хорошо солью. Так, вот тут Гришкины всякие приманки. Что у него здесь? Это опарыши. Не буду показывать близко тем, кто кушает вдруг. И вот еще какая-то штука. Чесночное тесто какое-то. Не знаю. Ну, рыба стала ловиться. И новая удочка, кстати. Он вчера купил вот эту вот синенькую. Все сделал, потратил свои деньги на удочку и на поплавки. В общем, на то, чтобы отремонтировать все удочки, которые есть у него. Так, все, теперь я бодрячком. Быстренько мою кухню и в духовку ставлю ужин. Та-да-да-дам! Помыла посуду вручную, потому что жара у нас прям, не знаю даже сколько градусов, все под кондиционерами. И чтоб не выбило, знаете, не хотела включать посудомойку, потому что нужно еще и ужин приготовить. Так что я тут снимаю это. Хотела сколько градусов показать. Вообще много градусов. Почти 40. 37 где-то показывает. Так, поэтому посуду помыла вручную. Сейчас чищу картошечку, вот такую вот некрупную хочу запечь вместе с уткой. Родня нам вчера утку дала, вот, начала уже чистить, так что буду продолжать.
Картошечку я начистила. И чеснок. Сейчас буду доставать утку. Слоник тут Афонькин. И вот этот стая. Та-да-да-дам, наш холодильничек, уточка, привет. Утка, сейчас еще сметану. И сметану купила огромную банку, чтобы не заморачиваться, потому что сметана у нас быстро уходит. Вот такую вот купила. Прям банку. Сейчас сметану, а еще горчицу надо достать, чеснок. В общем, сейчас такой на виду соус. Все в рукав запихну. Уточка, посмотрите, как родня щипает на ней все вот эти волосюхи. Как это, колодки называются. В общем, она прям пинцетом. В общем, все чисто и красиво. Вот, сейчас буду намазывать, все натирать. И в духовку. Решила, что еще добавлю вот горчицы немножечко. И у меня еще такой вот барбекю, вернее, сижуня себе купил. Я как-то раскупила, он на самом деле такого себе цвета, не очень приятного. И по вкусу такой на любителя. Ну вот я немного добавлю для пикантности. Вот что у меня получилось. Тут такая намассажированная уточка. Картошка, в которую я еще влила соевый соус. Так, добавила еще вот такие вот приправы. Барбекю, еще их не пробовала. Но до этого у нас были грузинские. Вот так было написано по-грузински. И они были очень вкусные. Отрезала я рукав прям побольше, потому что один край я завязываю. Прям никакими не завязками, просто на узелок. Сейчас сюда добавлю картошку и утку. Что у нас, значит, произошло? Я все упаковала в рукав, сделала ножницами несколько надрезиков. Сейчас все отправляю в духовку, у меня 200 градусов. И, в общем, не знаю, часа, наверное, на 2. Да-да-да-да, уточка готова, она такая вкусная. Из-за того, что там был этот барбекю соус и соевый, она вот так поджарилась сверху, но очень вкусно. Так, а сейчас у меня роспись пряников. Вот такие вот черепахи-ниндзя. Вот. Пробралась сейчас в чужой огород. Там так красиво. А рябина. А у меня как раз пряник. Такой вот с рябиной. И сфоткала, в общем. Смотрите, у меня в Инстаграм. Сейчас идем упаковываю пряники. Сижуня повезет. Пряники в Динскую. Теперь у нас есть по пятницам доставка пряников в Динскую. Вот, так что сейчас пойду все упакую. Сижу не у меня как курьер. Я тут упаковала пряники. Сейчас они пойдут в Динскую. Так что кто из Динской, можно заказывать по пятницам доставка. То есть, если вы думаете заранее, то в пятницу мы вам их привезем возле типографии. Такая вот красота сейчас поедет. Что хотела сказать, что теперь пряники-топперы я упаковываю в коробки для пиццы, которые мы купили в метро. Мне тут еще девочка с Краснодара скидывала магазин, где их можно купить. Не в метро, но мне пока удобнее в метро всего. И сейчас уже слышу, что там квадроцикл завелся, так что сейчас будет там очень громко. Закрывайте уши, сразу предупреждаю. Папа уже что-то кричит. И ты ездил? Ну покажи мне. Да, да. Придавили к этому. А Афоня! И
приезжай сюда. Правильно, мне же надо аккумулятор теперь прикрутить нормально, а то вы... А, ты просто попробовать, да? Да. Садись, папа. Сынок. Да, по работе. Ты куда? Привет, Афанасий. О, привет, Степаш. Ты еще вяжешь? О, кудрявая такая. Степ, я без машины. Ну и что? Что мне не сделали машину? А что у вас? Обещали сегодня, ну там сцепление. Нет, тарахтелочка, а? Ну сцепление, когда нажимаешь, мы же сразу услышали. Ну я не знаю, ну новое там все заказали. Да, кто? Сцепление или машина? Машина. Да. О, Афоня, Афоня, ты куда? Афоня сразу на велик. Афонь, ты где? Так выезжай. Взяли у девчонок велик, да? Стой. Машина? Да. Там тоже. Тут надо долго стоять у них, видишь? Ага, мы только эту забыли, да? Тетрадь. Папку забыли? Ну, ничего страшного, да? Угу. Давай, давай, не торопись, тут же просто горка. Гляньте, я тут иду, какая тут красивая стенка из плюща, тоже уже заросла. Да иду я, иду. Все, идем с Афоней уже домой. До бабушки с дедушкой, там нас ждет уже папа. Так здорово, дети возле пятерочки катаются. Так, мы уже дома, и хорошо, что у меня есть моя супер записная книжка, которая, кстати, уже заканчивается. Сесть нужно на Валбейсе, выбрать себе новенькую и заказать, а потом забрать. Потому что сейчас уже 23 число, нужно оплатить коммуналку. Сейчас пойду платить через Сбербанк онлайн. Уже даже забыла, когда я стояла в очереди на почте. Честно, это так круто. Слушайте, как это приятно. Лежать, задрать ноги и оплачивать коммуналку. Вот за свет уже оплатила. Все остальное в личном кабинете. Прям здорово. Прям мне очень это нравится. А еще сейчас слышу, что уже мальчишки там гоняют на квадрике. Сейчас пойду посмотрю, что они там. Еще родня должна приехать, но что-то нету еще. Уже 8 часов. Здорово. Сегодня прогулялись с Афонькой на велосипеде. Он прям счастлив вот этим вот всем действом. Когда он на велике гонит, прям он в восторге. Вот, вот о чем мечтал этот человек. Какой человек? Я вперед
А, вперед еще покупала несколько дней назад сгущенку. И она буквально, наверное, за полчаса, да, банки у нас не было. Ты умылся, глянь, у тебя ж слюни. Ты бежал, блин, как этот. Антоша, ты так... Радости полные штаны. Ну да. Полным-полно. Кого полным-полно? Самокатов. Самокатов? Да. Он сейчас понесет. Так ты только отходи, ну, не отходи, стоит это. Ну, уйди! А ты уже останавливал, да? Ну, я просто. Антоха прям подумала брать, да? Ну, не по очереди, не по уже. Просто ночью страшновато. Ну да, да, да. Смотри вперед! Я не знаю, не знаю. Папа, ты свое место отдал детям, да? В гараже. Отжали. Выключаем, закрываем бак. Так, стоп. Он горячий. Ну и что? И что, бак не закроется? Там он пластмассовый. Я вот... Ну, бензин. Закрывай. Что, тут флажок, он... Теплый? Нет, он же пластмасс. Все, ключи пускай стоят. Зачем? Вы их потерять хотите? Сейчас, замок. Не надо, ничего там. Все, я замок с тобой, замерзся. Смотри, как спичкой люди проверяют. Да, а ну, светони за... Ну... Где там фонарик? Видно тебе? Да вроде... Есть бензин! Ты там чуть-чуть совсем. Надо купить, короче, да? Потому что мы сегодня нагонялись. Наверное, Марго не приедет. Наверное. Ну, закрывайте тогда ворота. Закрывайте, все. Фоня, это что такое? Человек, который попил молоко, покажи, как он делает. Если у меня голод. Ты проведешь? Да, я пошла. Покажите, Саша, покажите. Хорошо. Вера. Колясик, привет! Спасибо, пока-пока. Люблю. Люблю. Ты тоже меня любишь, Коль? Сережа, выходим. Поехали, Сереж. Моего, я... стукни Серегу. Это он не слышит. Так, ну что, рассказываю, делаю пряники. Завтра покажу, что получилось. Сегодня иду монтировать видео. И доделываю пряники и спать. Завтра утром едем в Диамант Антохе делать медкомиссию, медсправку на танцы. В общем, все. Всем пока. Жду ваших комментариев. Ставьте все обязательно лайки. Подписывайтесь. Кажется, мы возвращаемся. Ну, я надеюсь на это.